1 сентября в Донецке и небольшое, вообще крошечное там пожелание от учеников украинского класса. Да. Поиграем. Ну и хороший когда как. Нет, с пацанами мы идем. Ага, делаем. Слава. Дети, вы еще в руках будете. Детки, первый А. Первый А. Там, прикиньте, сколько примерно? Два, четыре, шесть. Я не понимаю. А, так, по сути, все осталось так, как и было. Да. Личное право каждого выбирать язык обучения. У нас с первого класса просто выбрали именно этот класс, потому что тогда это было еще... мы думали о поступлении, родители думали. Вот, но... Мне сложно, потому что мы многие годы учились на украинском языке, но, с другой стороны, учителя нам всегда давали перевод и на русском, и на украинском. То есть, да, чтобы мы могли и туда, и туда. Мы бажаем вам миру, добробуту, щоб нарешті в нашій країні все наладилось. Щастя. Папа там пішов. Снова праздник. Нас встречает школа. Как всегда, идем в родной мой класс. Мы принимаем в нашу школьную семью долгожданных первоклассников. Любі українці, я бажаю від щирого серця вам бажаю миру і злагоді вашому дому, у вашій країні. Ніхто тут не хоче воювати ні з ким. Ми мирні громадяни. Наш обов'язок зробити так, щоб ця війна якомога скоріше припинилась.